В международном аэропорту Гейдар Алиев президент Азербайджанской республики верховному главнокомандующему вооруженными силами Илхам Алиеву был представлен военно-транспортный самолет Си-27Ж «Спартан» производства компании «Леонардо» Итальянской республики. Мөйтерам президент Джанап Али Башкомандан. Харби наклеят тарасы бақыша хазырды. Удафиан Азри генерал-полковник Закир Асанов. Салам. Сау. Чоу сау. В мероприятии приняли участие министр обороны Италии Гуидо Крозетта, заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чирелли, президент компании «Леонардо» Стефано Пантекорво. Глава государства был проинформирован о тактико-технических характеристиках, эксплуатационных и других показателях самолета. Было сообщено, что самолет способен выполнять как оборонительные задачи, так и задачи в области гражданской обороны при труднопроходимом географическом рельефе и в сложных оперативных условиях. Самолет Си-27Ж «Спартан» будет использоваться в военно-транспортных операциях при десантировании парашютистов и грузов, а также выполнении медицинских задач.